Все. Вот теперь мы точно в эфире. Друзья, всем здравствуйте, с вами Джов и... Ну скажи что-то, чувак. Ну что, Егор меня зовут. Кумыс. Егор, пошел. Кумыс. Друзья, это очень экспериментальная трансляция для меня. Мы ведем ее прямо с телефона. Вот, тут дело в том, что Егорчик мне привез кое-что очень интересное, вот, и сейчас я сделаю в прямом эфире распаковку этого, вот, и мы вместе узнаем, что внутри. Я там не знаю, что это такое, ну, это такая вещь, которую вы уже встречали в одной игре известной, вот, а теперь она у меня есть в реале, вот. О, у нас 2000 онлайна, чувак, и 300 лайков. Лайки все прожимаем, друзья. Стрим с телефона через Wi-Fi, поэтому, может быть, не знаю, качество будет не самое крутое, но надеюсь, будет интересно. Так, комментарии ваши вижу. Вот, все, Егорка будет меня снимать. Как видите, у нас вот такая вот тут система, зарядка, вот туда вот, к этому, держи. Друзья, распаковывать мы сегодня будем вот такой вот AirDrop, это, о, нормально, это, короче, подарил, кто это подарил мне? Blackstar Gaming. Blackstar Gaming, Паша Бажонов, Паша, тебе привет, Паша сейчас сидит в офисе, там, не знаю, что он делает, кушает, там, не знаю, бреется, чем там, что он обычно в офисе занимается? Папка играет. А, Пупка играет. Да, ребят, это тот самый парень из моего инстаграма, который мне рассказывал, как попасть в российский шоу-бизнес с помощью леденца в виде члена. Ладно, не суть. Короче, ребятки, вот такой аэродроп. Это аэродроп, который раздавали участникам турнира Blackstar Gaming. Вот осталась одна штучка, и Егор мне ее сегодня привез. Кстати, я не ожидал. Так, убираем эту штуку. И эту штуку тоже убираем. Так, кстати, надо включить комментарий ваш. Ой, надо посмотреть. Хорошо, что есть планшет, и можно... О, Джофф открывает... Ты сядь подальше, неудобно, я просесть хочу. Да, давай. Блин, такое ощущение, что я голый сижу. Это было бы интересно. Да. Парни, кто за то, чтобы Костя сделал Джофф трансляцию под названием «Голый Джофф», ставьте лойс. Так. Так. Дело в том, что это продолжается 5 минут, чтобы вы, ребят, понимали. Потому что я эту не просто коробку... так запустил эту трансляцию. Я не могу эту коробку открыть уже 10 минут. Это дело в том, что... О, у меня тут звук. Дело в том, что Егор открыл ее за минуту, а я не могу ее открыть, понимаете? Поэтому я решил, блин, почему бы не создать трансляцию, в которой вы мне как-то поможете это сделать. Понимаете? Сейчас вот комментарий ваш открою. Понимаете, 10 минут. Короче, вот давай приблизь, чтобы люди поняли, что я не тупой. Короче, вот коробка, дерево, это дерево все. Тут все склеено, вот это склеено, оно не снимается. Вот, тут есть небольшая щель, как видите, вот тут есть небольшая щель. Вот эта верхняя крышечка, она немножечко играет. Но как открыть эту коробку, абсолютно непонятно мне, реально. Вот, как ее открыть, ребят? Там член резиновый, нет. Сломай. Молотком, понятно. Ты же там тоже видишь какие-то комментарии? Ну да, я вижу. Ну вот как написали, это? Сдвинь от щели, вытащи крышку, так сдвинь, вот. Сдвинь в бок, Костя. А ее нельзя сдвинуть, потому что вот эти вот, как это называется? Штуки? Углы, да. они мешают. То есть, и по сути, вот крышка, она как бы немножко играет, и вроде бы она даже сдвигается, но понимаете, но она не сдвигается, потому что углы, а углы приклеены, то есть углы, они не снимаются. И вот я мучаюсь с этим уже 10 минут. Ты за сколько открыл? Да, я быстро сразу же открыл, Кость. А Паша Бажанов? Паша Бажанов долго открывал. Он даже позвонил тому, кто это сделал, и сказал, вы чё? Лошара. Просто лошара. Костя, ты в прямом эфире, 6000 онлайн, а ты не можешь коробку я открыть. Я не могу открыть лошара. Ребята, хэштег Джофф Лошара. Как? Подожди, я должен... 170 IQ. Не, подожди, я должен включить еврея. Друзья, советы принимаю по Donation Alerts. А, вот так вот, да? Написали норм футболка. Костя, ты сможешь. Да, это моя телочка. Говорят, как на чемодане открывается, ну не знаю. Как на чемодане? Подожди. Нет, о, нет. Пацаны, красава, хэштег зашел. Джова, тише можно. Подожди, ну я не могу. А, ребят, по поводу тап нажми, уже был его совет. Да, это что. Но не надо делать так, как ты делал.
И Мерсик такой лежит, говорит: Костя, ты не можешь залутаться, потому что нужно табуляцию нажать. Я такой: а, табуляцию? Сейчас! Я туда засуну руку и нажму ее. Ладно, шутка, конечно же. У нас 12+, рейтинг игры World of Tanks и PUBG тоже. Слушайте, ну реально. А пол со всей дури, да, вон, видишь, хэштег 170 IQ, пацаны. Хэштег 170 IQ. Подожди, там нормально видно кнопку? Он уже на колени перед дропом встал, видите? Пожалуйста. Не, ну серьезно, смотри. Углы не снимаются. Крышечка, она немного играет. То есть, скорее всего, она как-то выдвигается в бок, но, и вот тут есть щель, но выдвинуть в бок мешают углы. И вот она полностью, понимаете? Пацаны, короче, устроим, я думаю, Паша из Blackstar Gaming поддержит меня, устроим челлендж. Вы можете в донатах писать свои варианты ответов, как эта коробка открывается. А мы победителю... ну, я не знаю. Да, я думаю, копию игры в PUBG подарим. Да, давайте, ребята. Копию игры в PUBG подарим от Blackstar Gaming челлендж. Сейчас бабла нафармим. Ну, не знаю, а где у тебя донат-то будет видно? Донат, ну, вот тут на iPad. Сейчас. А, ну вот. Надо будет периодически заходить, чекать. Так, Сан Саныч пишет: Джованни, не тупи, рогом бей. Сан Саныч, спасибо, но это не точно. Хэштег IQ 170 зашел здорово, походу, да. А у тебя сколько IQ? У меня, я не помню, если честно. По-моему, 149 или 142. Нифига себе. А у меня, как думаешь, сколько IQ? 42. 42. Егорка, сколько у тебя хромосом? Плюс 2. Ой. Не, ну серьезно, я не знаю. Это чемодан. Это... Ребят, вот я не знаю, как его открыть. Серьезно. Не знаю. И понимаете, вот слушайте, что там? Слышите? Что там за херня? Что там? Ну посмотри донат, вдруг что кто-нибудь уже дельное. Ребят, всего лишь 50 рубчиков, никто не байтит на 100. Донаты, чтобы про... А, ну 100 рубчиков. Просто чтобы нам удобнее было. Диман из Самары, здорово, Джофф, это мой первый донат. Смотрю, тебе уже 3 года, ты красавчик, передай привет твоему другу и поздравь меня, я вчера скорб выбил. Поздравляю, Диман. Другу тебе привет. Отлично, спасибо. Диман, так. От души. Папины байтеры просто. Вот что с ним делать, я не знаю. Я тоже не знаю. Слушай, может погуглить, как открывается аирдроп? Погугли. А подожди, а кому дарили эти коробки на Blackstar Gaming? Макатау. А ему еще, наверное, не пришла. А, волкам дарили, волкам. Не, ну извини меня, это если ты, понимаешь, попытка помощь зала или звонок другу, у тебя помощь зала и так уже, а если, как его, если звонок другу, то это 10 тысяч рублей, Кость. Деньги отправляются, короче, Паше Баженову на подарок, потому что у него завтра день рождения, кстати. Что, Паша завтра день рождения? У Паши Баженова завтра день рождения. А мы идем? Ну, я, наверное, иду. Ты не знаю, ты слишком топовый блогер для того, чтобы ходить на такие посиделки. Паша, а что ты мне не написал, не позвонил? Я жду, надеюсь. Ну, тут. После того, как он изгаляется над тобой, ты захочешь к нему день рождения пойти? А вот еще один аэродроп. Не, ну серьезно, я не знаю, как это открывается. Сейчас я в комментариях почитаю. Попробуй все углы сдвигать. Нет, углы, ребятки, приклеены намертво. Ну, то есть, вот реально. Вот углы просто намертво приклеены. Единственная подсказка – это вот эта щель. Но щель – это единственное, что и крышка. А Костя в эту щель не может попасть. Боже, какие вы шутечки. Может там болты? Нет, болты нету. Кувалдой, молотком, нажми F. F? Ага, нажми F. Джоф, нажми букву F и залутай. Углы вниз. Углы... Нет, углы, ребятки, вообще не дергаются, понимаете? Углы вообще тут ничего не сделаешь с углами. Блин. Болгаркой, говорят, попробуй. Если... У меня даже соли нет. Олегорка хотел пельмени сварить, у меня даже соли нет. У меня, кстати, чувак, и тарелок нет, если что. Блин, чувак, я хотел сварить пельмени у меня дома, а ты знаешь, что у меня кастрюли даже нет? Ты заказал себе пельмени, но не купил перед этим, да, кастрюлю? Да. В чайнике варить будешь? Как в общаге.
Не, ну пацаны, комментарии, сдвинь крышку или углы, но это бред. Ребят, не работает, не работает. Так, пошли донаты. Сталкер 228, попробуй с балкона кинуть. Спасибо, сталкер, но... Был бы балкон. Но был бы у меня балкон, братишка. Ребят, на балкон Костя еще не накопил. На толчок для Габрика накопил, на балкон нет. Я еще вешалки недавно купил. Кирилл, Джофф, удачи тебе по жизни, передай привет городу Владимиру. О, кстати, это твой же город, да, родной. О. Пацаны, городу Владимиру привет огромный, пламенный. Не могу сказать, что это моя родина, но я там очень долго прожил, 15 лет. Подожди, а где ты родился? В Южно-Сахалинске. Слушай, я что-то... Пацаны, Дальнему Востоку привет. Если есть кто с Сахалина, пишите в чат. У тебя родня все тоже оттуда, да? Да, да. Там все такие, как ты, узкоглазые? Блин, есть узкоглазые. Так. Блин, ребята, подсказывайте. О, красава, пацаны с Сахалина подтянулись. Да? Молоток по коробке крышки сверху. О, Владивосток. Сам ты узкоглазый. Да я же любя, что вы сразу шовинизмом тут занимаетесь? Покупай ключ, обкладывают долбани. Холмск Форева. Ножом под... О, Холмск. Он, может, ножом реально? Да не, Кость, ножом там ничего не поможет, я тебе отвечаю. Без шуток. Точно уверен? Испортишь аирдроп, Баженов тебя на держит. Так это же мой аирдроп. Ну, для красоты, чтобы... Говори как? Говори, мразь. Смотрите, топовый видеоблогер... Оператор угрожает. Говори. Я говорю, 10 тысяч рублей. Ты без трансляции спросил? Я сказал 5 тысяч рублей. Во время трансляции я могу тебе подсказать. Или ты волкам можешь позвонить. 10 тысяч рублей разыгрывается. Если ты захочешь, если ты не сможешь, будешь звонить волкам и 10 тысяч рублей будешь донатить им на стрим. 10. Подожди, я могу ему просто сейчас написать ВКонтакте или... Не-не-не-не, только звонок другу возможен, и то это за 10 тысяч рублей. Подожди, кому я должен буду 10 тысяч рублей, чувак? Ну, Леша Волкофреди, кому-то там, или Сережа, кому ты позвонишь, тому и должен. Ну, так я там же могу одна, не отдавать дать... им эти деньги. Нет, ну как это, я прослежу, чтобы ты отдал эти деньги. Сука. Вот они точно знают, 100%, то есть 100%. А, подожди, а как долго они открывали эту коробку? Как долго они открывали? По-моему, она открыта, возможно, не открыта, но я не знаю. По-моему, на студии, когда делалось, то это... Ребята, ваши идеи, что можно делать с коробкой? Надо стенки осмотреть, кинь на пол и все. Нож в щель засунь или же подвинь. Там вообще-то граната, ребят, какой нож всунь? Не, без ножа, давайте вот как-то это, руками попробуем. Не, ну большинство комментов просто... Мозгу убить? Типа, разбей, выкинь. Ребят, вообще, я этот аирдроп хочу себя на полочке поставить. Ну, он довольно красивый. Ребята из Blackstar Gaming постарались очень. Да. Я думаю, что Паша нас смотрит сейчас. Паша, вот за эту рекламную интеграцию ты мне уже денег должен. Да, видите, ребята, это логотип Blackstar Gaming. Но на самом деле это логотип был турнира. Можно вот так вот. Как фарточек, фарточек, да. Я готов кушать аирдроп. Блин, я не знаю, что там в комментах пишут, как это открывается. Надави на верхнюю часть коробки и вынь ее. Блин, понимаете, чуваки, вот эта щель. Тут нельзя, вот эта крышка, она играет, то есть она тут не приклеена. Но вынуть ее вот через это нельзя, потому что мешают углы. То есть я уже понял, что крышка как-то вынимается, но как, непонятно. Вот в чем прикол, понимаете? Можно будет потом стрим переименовать. Джоф открывает аирдроп в моем эфире. IQ 170. Да, ну... IQ 170 у Джова это доказано. На арте он не играет и так далее. Все мы знаем эти байки. Да, да, да. Ножом углы разрезать. Не, углы нельзя. И пацаны, как-то... давайте еще раз. Хэштег IQ 170. Так, перестань. Углы молотком. Не, ребят, молотком никакими инструментами тут пользоваться нельзя, потому что оно и так открывается. Углы на верхах попробуй. Опа! Да он это сделал! Я это сделал! Боже, я тупой! Боже, я тупой!
мать! Твою мать! Ребята, волки, я старался, чтобы он вам позвонил, но не вышло. Минус десятка, он все-таки догадался. Короче, я дергал эти углы во все стороны, и только в конце случайно догадался. Вот так, короче, вот так оно открывается. Видите, вот углы. То есть я их вот так дергал. Короче, я вот так. Опа, подожди, а что оно не открывается? А, вот. Короче. Ребят, прошло 15 минут, не считая еще тех 5 минут, которые он сидел до этого стрима. Блин, это совершенно случайно получилось. Сейчас, смотрите. Короче, тут дело в том, что тут оно прилегает достаточно плотно, и даже если ты вот так вот... То есть ты не чувствуешь, как ходит туда-сюда механизм. Этот. Тебе донаты писали, походу, говорят. Донаты писали, угу. Да? Сейчас гляну. Так. Так, всем привет, дерьмо мне. Метанул. Потяни за хер, и лавочка откроется. Спасибо. Мишка, привет, Джованни, смотрите, почти 3 года. Привет, пожалуйста, мне привет. Мишка, тебе привет. Два совета. Ёбник по старому телеку, попробуй надавить на крышку или что-нибудь передвинуть, почему бы нет. Удачи. Спасибо, Миш. Макс, попробуй на F нажать. Понятно. Топовые комментарии подлетели. Я понял. Нифига себе, 16 тысяч онлайна. Нормально, ребятки. Короче, чуваки, дело в том, что вот так вот оно заходит. Вот так вот, видите? Вот так вот оно заходит и вот так. Так, давайте, ну, направляй сюда. Я... А там видно, вот да? Вот так вот, да. Вот такая коробочка. Так, тут у нас... The Ultimate Professional Pre-Shave Oil for Real Men. Pre-Shave Oil, это что значит? А, до бритья, да? Шейф, это же бритье. Вот. Да. А ну-ка, что-то такое. Ну, это, короче, до бритья какой-то гель. Вот. Но это не вазелин, друзья, не вазелин. Хотя, на самом деле, учитывая, как... Чуваки, назвался груздем, полезай в кузовок. Назвался так, клизмой, полезай в задок. Только за 10 тысяч лайков я покажу, что там лежит. Это зашквар полный, чуваки. 10 тысяч лайков, у нас 17. Это привет от Blackstar, от троллинга, от Паши. Так, чуваки, от Паши Захарова. Это идет в комплекте с тем. Вот понимаете, вот это вот. 10 тысяч лайков, и я показываю, что в красном ящике. Так, ладно. Блин, слушай, ну вот за это же мне не платили, вот за это, которое вот тут вот. А что там? Ну там баночка с напитком, мне же не платил. Ну не знаю, это же из PUBG, какая разница, в дропе-то норм. А, ну ладно, да. Блин, и в PUBG мне никто за это не платит. А то я думаю, что Blackstar никто и не платит за это. Ну кстати, да. Слушай, а десятка-то набирается очень быстро, я тебе хочу сказать, 17 тысяч лайков, и я это покажу. А за 15 тысяч лайков, не знаю, Егор что-то покажет. Что там дальше? Нифига себе. Слушай, я думаю, мы вот эту фигню... Слушай, а есть такая белая фигня у Blackstar Gaming еще одна? Ну, не только у меня, а там где-то. Ну, если хорошо попросишь, то будет. Не, слушай, можно среди зрителей это разыграть, мне кажется. Ну, вот большой, длинный, продолговатый предмет. Хорошо. Так, сейчас, что, набрали они лайки? Нет, еще не набрали. Есть 10к уже, ребят? Я не вижу. Есть 10. Так, друзья, там Red Bull, как вы догадались. Кстати, я сейчас даже выпью. Надо пополнить, ребятки, ХП. А, не, надо, знаешь, что? Надо это. Запуститься по полной перед финалом. Блин, хорошо, что мы в машине сейчас не едем. Mm-hmm. А хотя в машине можно буститься. Блин. Я поставлю куда-то туда, на всякий случай. Чтобы не вылить. Чуваки, ну что, вы готовы? Слушай, а задержки практически нет. То есть я вот... А качество как? Ничего? Ну, качество приемлемое. Блин, так офигенно. Я беру планшет, и на стриме я его тоже беру. Без задержки. Вау! Нифига так. Себе, так можно? Да. Я сказал, давай, как говорится, чуваки, пацан хочу, сказал, пацан сделал. Я не хочу это, блин, а я так на него похож, ему да? Привет от этого нашего топового артиста Blackstar. Мне еще говорят, что я на него похож, когда я там, знаешь, еще футболку из этого Blackstar мира одеваю, вот эту желтую.
Слушай, 11 тысяч лайков, 19 тысяч онлайн. Ну что, ребят, показывать, нет? Да-да-да, пацаны. О, пацаны верно догадались. Слушай, Паш, кто бы знал, что мы будем открывать этот дроп. Видите, с личным автографом Егора Крида. Это у нас что? Это у нас, ну покажи, розовый даже, розовый. Вы посмотрите, какой красавчик. Я Егор Крид, ты мне нравишься. Я Егор Крид, ты мне нравишься, да. Костя, а ты нравишься Егору Криду? Добро пожаловать в московский шоу-бизнес. Паш, не рассказывал, как это все получается. Вот видишь, на практике будешь. Послушай. Ну открой, покажи, что там. Черная. Давай как-то так сяду. Оба. О, господи. Оба. По праву считается одним из самых успешных и востребованных артистов российского шоу-бизнеса. Свой творческий путь Егор начал еще в 2011 году. Именно тогда пользователи интернета увидели его первый клип на песню «Любовь в сети». Понятно. А это дневник для тебя, Кость. Ты теперь... Я сам себе бросил вызов поднять себя на релизах. А, о господи. Я думаю, если ты не меняешься со временем, ты как-то неправильно развиваешься. Цитаты, цитаты великих людей, да? Красота с годами уходит, лишь душа цветет и мудреет. Интересно, он сам это писал? О, это боже. У Прохора можем спросить. Это, вау, это мне по ночам будет сниться. Есть что делать перед сном, да? Передернуть, Костя? Значит, да? Да. Господи, да чего я так... Слушай, это много фоток, я этого не видел. Вау. Шанель. У него очки Шанель, братиш. Какой стильный парень. Музыка не главное в моей жизни. Главное это быть человеком, найти себя и быть счастливым. Слушай, ну кажется... в общем, вот такой вот блокнотик, ежедневник, я не знаю, для того, чтобы смотреть и восхищаться Егором Кридом. И тут еще много-много, ребятки, Егора, его гениальных цитат, его гениальных фотосессий и вот это вот гангста щит. Судьбу решают не те звания, что получал, а главное, то, человеком ли ты стал. Ладно, давай дальше уже. Вы поняли. Ой, все. Господи. Ребята унывают уже, я вижу. Гангста щит, да. Так, что у нас дальше там? И, друзья, последнее. О, кстати, вот это сложно вынуть. Вот это, кстати, клевая штука. А, от Мизу. Вот, от наших спонсоров, точнее, спонсоров Blackstar. Вот такой вот дроп. Ой, дроп, в смысле, этот... Аккумулятор, конечно. Пауэрбанк. Пауэрбанк, да. На 11 тысяч миллиампер, по-моему, да? На 10, чувак, на 10. Ну, сейчас я нож достану его. Фразочки от Кости подъехали. Сейчас я нож достану его. Окей. 170 IQ дает о себе знать, как говорится. Так, сука, рот закрой. Эшкери! А сейчас твой интеллектуальный уровень проявляется в секрете. Так. Слушай, стильная штуковина. Реально такая. Такая гладенькая. Это от Мейзу, это не все, да. Ребят. Это то, что мы разыгрывали в конкурсе, да? Да, да, да. Кстати, вот у меня тоже есть свой пауэрбанк. Я его поставил заряжаться до стрима. Он, кстати, тоже на 10. Слушай, ну, он поменьше, конечно. Ну, по дизайну ты смотри, какой красивый, приятный. Ну, да. Не, не про твой, Кость. А, не про мой? Про этот? Да, красивый, ребят. Че, разыграем такой среди зрителей? Я могу. Я думаю, что... Я могу даже свой разыграть. Ну, разыграй. Вот. А что надо сделать, чтобы разыграть его? Ну, я не знаю. Чуваки, какой-то за самый оригинальный комментарий... Самый оригинальный комментарий? К или чему? Что? Комментарий к чему? Ну, не знаю, к видео после стрима. О, я не знаю, просто мне он как бы особо не нужен. Вот, я бы его зрителям отдал. Я сейчас показал ребятам, как ты подходишь. Да, и ребята запалили по СТС Воронины. Видите, что Костя любит смотреть? Это у меня фоном. Это у меня фоном.
Дорогие зрители, давайте мы разыграем его как-нибудь. Я бы вообще лично кому-то в Москве бы подарил. Как бы ребят, если есть кто в Москве, да, то Джов придумает розыгрыш в группе ВКонтакте. Это какой-то розыгрыш до вечера придумает, и Джов распишется на этом пауэрбанке и лично передаст в руки тому, кто его... того, кто будет забирать. Угу. Да? Ну да, давайте так, чтобы не заниматься почтой и всем остальным. Друзья, давайте набираем 15 тысяч лайков. Вот. А как разыграть? По какой механике? Ну, наверное, по репостам. По репостам в группе ВК ты придумаешь какой-то розыгрыш, какой-то интересный, до вечера. И ближе к вечеру опубликуешь. Человек жить в Москве, чтобы можно, да, было с ним. Ребят, обязательно в Москве живите. Или, пожалуйста, пусть ваш родственник живет в Москве, кто угодно. Друг в Москве, я с ним встречусь. Да, плюс к этому пауэрбанку будет автограф Джова и... Вот тут прямо. Да, вот тут вот. Возможно, Black Star Gaming даже отсыпет что-нибудь. От себя. Придачу, да, ну, от себя. Ну, они то отсыпят, чем они вообще вдохновляются. Да. И мы все вместе встретимся в офисе Black Star Gaming, и Костя передаст вот этот пауэрбанк. Сам ты передаст. Вот. Я просил не оскорблять меня в прямом эфире. Отдаст вот этот вот пауэрбанк, может быть, какие-то другие подарки, и, естественно, фоточка. Фоточка вместе с... Друзья, набираем 15 тысяч лайков. После стрима я сделаю конкурс репостов. Вот, участвуют ребята из Москвы, или там, может быть, ваши. Или даже можете вы участвовать, если у вас есть друг в Москве, который может лично вот это вот получить в руки. Вот, и разыгрываем вот такой вот пару банков. Не, ребят, дело не в том, что другие регионы не топ. Другие регионы топ. Ну просто не хочется заморачиваться отсылкой вот этой всем. Честно. Просто обычно, когда таким заморачиваешься, то что-то кому-то не доходит, то он идет 3 недели и так далее. То есть ради такой... Конечно, из Подмосковья тяжелый. Можно, ребят. Если вы сможете приехать в Москву, это, да, будет здорово. Да, ну, то есть это... Мне вот достаточно часто спрашивают, типа, Костя, а когда встреча с подписчиком, не хочешь ли там где-то пересечься? Ну вот, ребятки, реальный шанс пересечься, пожать руку, сфоткаться и получить пауэрбанк. Вот. Это просто такой мини-конкурс, это же не какой-то там розыгрыш компа. Если бы мы разыгрывали компьютер, кстати, мы скоро будем разыгрывать компьютер. Вот, дам вам небольшой такой анонс, чуваки. Когда Hyper PC на следующей неделе будут собирать мне мой новый компьютер, вот, мы будем делать об этом ролик. В этом ролике будет конкурс на тоже компьютер от Джоба, ну, немножечко более скромной комплектации. Так что у вас скоро будет возможность выиграть мега топовый ПК. Может быть, там не за 500 000 рублей, но вполне себе отличный для того, чтобы играть во все современные игры. Вот. И вот в этом случае мы будем разыгрывать его по всем регионам России. Вот. Зарубеж, наверное, нет, потому что и с доставкой в Украину и Беларусь проблемы, как вы знаете, но по России изи, как говорится. Вот. А это просто небольшая фитивлюшка. Она не особо как бы дорогая, она просто приятная, красивая. Еще раз повторяю, возможно, ребята сейчас из Black Star Gaming смотрят эту трансляцию, и они придумают что-нибудь еще сверху подарить. Так, да, что, ребят, это не единственное, я уверен, что мы подарим. Вот, устроим такой небольшой челлендж для вас. Да. Так, сейчас гляну донатики, что там писали нам. Ребятки. Так. Дерьмо метанол пишет. А, это уже было. Так, это уже было. Лесник пишет: привет, догадливым. Спасибо, Лесник, привет тебя. Андрюха, попробуй на разные точки нажимать в углах и на стенах. Может быть, одновременно. Спасибо, Андрюха, ты оказался прав. Так, Фьюри пишет: все, дроп залутал, а теперь давай нагибать и брать топ-1. Удачи. Спасибо. Вот. Слушай, а прикольный такой формат трансляции. Реально прикольный. Тебе привет, Луганска. Спасибо. Ребята, если есть какие-то вопросы, вот, сколько у нас трансляция идет по времени? 30 минут, 29, 30 минут. Да. Вот, если есть какие-то вопросы, можете пока задавать, вот, еще мы немножечко постримим. Вот, дроп мы уже залутали. Кстати, вот эти наклеечки я куда-то наклею в будущем, они такие достаточно... Ребята, дизайнеры постарались над логотипом, над всем. Да, прикольные. Это, конечно, я никому показывать не буду. Это тебе пригодится самому. Подожди, а это Баженыч положил, да? Ну, это Паша Захаров положил. Я понял. Большой Павел, привет. Подожди, а оно в каждой идет коробке или только у меня? Ну, у каждого, каждый дроп индивидуальной сборки, так скажем. А, я понял. Но это, наверное, в каждом есть, да? Не знаю, ну ладно. Я вообще не понял, что это? Это перед бритьем штука? Написано: у Джова яйца видно. Неправда. А, был бы Ангелос, он бы сейчас пошутил: а разве они у него есть? А?
Ау! Или как там это делается? Блин, классный дроп, вообще очень красивый. Я его поставлю на полку, он будет охренительно смотреться. Просто охренительно. Ну, я еще раз говорю, ребята из гейминга очень заморочились по поводу дропов. Ребята спрашивают, когда Тарков. У Тарков, ребят, на этой неделе будет. Кстати, следующий Тарков будет с Дезертодом, пацаны. А он что, тоже умеет играть в него? Оказывается, ну да, я просто не видел у него стримов по Таркову, но оказывается, он там уже типа опытный игрок. Ну, достаточно такой. Гоу Казахстан, пожалуйста. Дай человеку посидеть. Когда с Булсом стрим? Пока не планирую, ребят, с Булсом стрим. Со Львова привет, спасибо. Что будешь делать со старым ПК, тут спрашивают, ребят. Ну, по поводу старого ПК, тут вопрос простой. Я пока что не знаю, с ним еще что делать. Есть мысль или попробовать его как стрим ПК сделать, да, то есть как стримерский комп, я вчера рассказывал. Вот. Или же замутить с ним какую-то какую-то активность с ним замутить, как-то его разыграть, что-то с ним сделать, кому-то его как-то по частям подарить. Но его тоже сложно по частям дарить, потому что он, это, знаете, это как супердорогая машина типа Bentley. Ты же не сможешь ее, да, по частям там на разборку отправить. Это, блин, типа чуть ли не коллекционный вариант. Поэтому такой комп здоровый, его надо или целиком с ним что-то делать, или вообще ничего не делать. Но я пока еще не знаю, не решил. Когда в Курск приедешь?